Всем салют, салют, мои дорогие, я вижу вас в чате, всех приветствую. Сегодня у меня совместный стрим с Александром Шадовым, и в целом я открываю, тестирую для себя такой формат совместные стримы. Если этот будет удачным, если он вам зайдет, если мне зайдет в процессе, то дальше не заставится ждать новые совместные стримы с другими людьми. Пишите вопросы, мы иногда будем прерывать наш разговор, чтобы с вами пообщаться, отвечать на вопросы. Железный способ, чтобы ваш вопрос был замечен, это донат, ссылка на донат в описании. Первая же ссылочка ведет на Donation Alerts. Сегодня эфир будет идти около 3 часов, что на меня упало. На мне немножко кота. Сегодня мы будем говорить в основном, конечно, по самым важным инфоповодам, но еще обсудим какие-нибудь общие вечные темы. Александр, блогер, который плавает в, как это сказать, в оазисе философии на Ютубе. Это очень замкнутая тусовка. И если у вас есть вопросы по философии, можете адресовать их ему, в том числе через чат или через Donation Alerts. Все, Саш, рад тебя видеть. Тоже очень рад видеть. Если что, я кандидат философских наук, там все, конечно. Ну так что, друзья, сколько у нас сегодня народ? Ну, уже подбежало немного, хорошо, нормально. Можем, в принципе, тогда начинать что-нибудь обсуждать. Какие предложения, Дмитрий, с чего начнем? Ну, перво-наперво вы можете предлагать темы, вы можете задавать вопросы. Если будут интересные вопросы, на которые можно развить дискуссию, welcome. Ни в чем себе не отказывайте. Я думаю, что самая интересная тема сейчас, конечно, отравление Навального. И Навальный, который находится в коме, которого не отдают врачам. И эта история, просто я о ней узнал, так получилось, я о ней узнал в момент, как она произошла, потому что это было в 6 утра вчера, когда Кир Ярмыш написал об этом в Твиттере. И до сих пор Навальный находится в Омске, его удерживают там, и я, честно, до эфира, я консультировался с несколькими врачами на предмет, законно или нет то, что делают врачи с Навальным, и, знаете, получается очень странная фигня, потому что с одной стороны, да, с другой, нет. Там очень интересные законы, которые очень двояко можно трактовать, потому что, с одной стороны, есть статья 20 федерального закона, если не ошибаюсь, номер 343, согласно которому законный представитель может оформить отказ от лечения. Или сам пациент может оформить. Ты в любой момент можешь отказаться от лечения, я не хочу, чтобы эти люди меня лечили. Но с другой, это пункт 7 статьи 20, но согласно пункту 10, если есть угроза жизни пациенту, то в этот момент ты можешь сходить нахер со своим отказом от лечения. И, соответственно, там дальше вопрос, кто определяет, есть угроза жизни или нет. Понимаешь, человек в коме на ИВЛ имеет угрозу жизни. И уже не официально, уже не с точки зрения закона, мне знакомые мои врачи сказали очень правильную вещь. Они сказали, скорее всего, там речь идет не про законы, не про вот эти пункты правил. Скорее всего, там пришли ФСБшники и сказали, вот вы этого пациента не отдаете никому. И они не могут отказаться. В таком случае вообще отказаться невозможно. И, скорее всего, там идет вопрос о том, умрет он или нет. И если станет понятно, что он может умереть, его постараются скинуть. Потому что отвечать будет тот, у кого на руках он умер. Поэтому то, что его не отдают, скорее всего, говорит о том, что прогноз благоприятный, потому что иметь на руках труп Навального никто не хочет. Скорее всего, то, что его не отдают, значит, что он выживет, как минимум. Но ведут они себя как конченые скоты, конечно, и все это вызывает сплошь негативные эмоции. Сейчас появилась новость буквально за час до стрима, что его разрешили транспортировать. Я не знаю, транспортировали или нет, потому что это довольно долгий процесс, там человека надо все-таки с ИВЛ снять, на ИВЛ перекинуть и в реанималете куда-то доставить. Это своеобразно. Если появляются новости, пожалуйста, пишите нам в чате, потому что мы сейчас больше общением будем заняты, мы не сможем чекать новости, мы не сможем держать руку на пульсе этой ситуации, поэтому вот у меня данные последние, которые я получал, это час назад. Ну если вот уже пишут, да, дали добро на перевозку, вижу, тоже в чате пишут. Да, дали добро на перевозку, но еще не перевезли. Да. Это вот две разных вещи. И все это длится уже больше суток. И понятно, что, блин, Олег Навальный, его брат, очень хорошо написал по этому поводу, что, блин, его даже на дрезине отсюда эвакуировать безопаснее, чем оставлять в этой больнице, потому что понятно, что больница выбрана не по принципу самая лучшая, а по принципу ближайшая к аэропорту, в Омске. И там есть фотографии этой замечательной больницы в интернете, если не видели, посмотрите. Это прям, ну, можете посмотреть тюрьмы в Норвегии, например, какие-нибудь, и больницы в Омске, и подумать, где бы вы хотели лежать с каким-нибудь острым приступом больше. Андерс Брейвик передает привет. Так, у меня тут летит чат. Спрашивают, что с Навальным. Ребят, погуглите, невозможно пересказывать.
Добрый вечер, совушки Димы, пока неизвестный гость. Знакомьтесь с гостем, Александр Шадов. Да, Александр Шадов. А интересно, а чего вообще реально с Навальным? Его траванули или не траванули? Как это вообще выглядит? Его траванули, судя по всему. А кто? Кто? Кому это может быть выгодно вообще? Ну, как это, не будем показывать пальцем, но это был слоненок. История в том, что у нас нет никакой официальной информации, не говорят диагноз. То есть сказали гипогликемия, сказали резкое падение уровня сахара, но это симптоматический диагноз. Это значит, мы хуй знает, что это, переводится на русский язык, но симптомы у этого такие-то и такие-то. Это не диагноз, это не болезнь, это симптомы перечислены. По сути, диагноза нет. Скорее всего, опять же, я с врачами проговорил этот момент, они говорят, что да, скорее всего, это похоже на правду, что единственная причина его так долго держать и не отдавать, чтобы из организма вымылись остатки яда, чтобы нельзя было установить, чем его отравили. Это говорит о том, что отравили его на очень высоком уровне и покрывают, если не те же люди, которые травили, то люди, которые с ними в одной упряжке. Это очень грязная, неприятная история, это, скорее всего, реакция на историю с Белоруссией. И это очень-очень грязная штука, потому что мы видим очень открытую вещь. То есть вот как нам говорили, что когда убили Немцова, Путин был в ярости. Наверное, два раза кинул ручку даже. Но вот он был так в ярости, что убийц, например, до сих пор не нашли. Причем была известна квартира, где они находились. Следователи позвонили в дверь, им никто не открыл. Но когда у нас надо арестовать какого-нибудь оппозиционера, ему в 6 утра выпиливают дверь автогеном с десятком спецназовцев. А когда всего лишь убийцы политического противника Путина, известно, где сидят, позвонили в дверь, никто не открыл. Вот здесь очень похожая история была, потому что официально Песков заявил, а Песков — это пресс-секретарь Путина, то есть он говорит устами Путина, он заявил, что российская сторона готова помочь Навальному в транспортировке и считает, что это как, короче, все правильные слова он сказал, что они готовы помочь, тра-та-та, а по факту они блокируют и не дают это сделать, это очень плохо выглядит, потому что это говорит о том, что они создали картинку для там пенсионеров, которые смотрят телевизор, ну вот, Путин такой хороший, даже Навальному согласился помочь, а по факту они запретили ему помогать. Очень неприятно выглядит история, очень плохо эта история выглядит. Гость громковат, пишут. Я сейчас гостя чуть-чуть потише. Сделал гостя чуть-чуть потише. Если у вас есть какие-то замечания по звуку, пишите, пожалуйста, потому что я не слышу звук на трансляции. Мы первый раз в таком формате выходим. Если есть какие-то косяки, пожалуйста, говорите об этом. Так, у Шадова, по-моему, какое-то эхо пишут. Это вроде бы нет. Вряд ли, потому что, все налажено. Ребят, у меня есть эхо в чате? Скажите мне. Я не слышу эхо. Ну, просто мы выясним, если мой чат скажет, что у меня эхо, тогда может быть реальное эхо, но вроде не должно быть. У меня эхо, я в комнате сижу. Возможность то, что я в комнате сижу, в такой. Оно естественно. Может быть. Оно естественно. Да, у меня-то звукоизоляция за спиной. Ярмыш пишет, что вылет Алексея состоится не раньше, чем через 7 часов. Вот так вот. И куда его повезут? В Москву, получается? В Германию его повезут. Но, 7 часов — это очень много. На самом деле, 7 часов для такой процедуры не нужно, но там явно есть какие-то препоны. Видимо, через 7 часов яд все-таки выведется из организма. Пишут, что рабовойс есть, а не эхо. Но рабовойс — это уровень соединения, он может немножко гулять туда-сюда. Это мы победить не сможем. Так, что еще пишут? Так, все здороваются. Про Беларусь чуть-чуть попозже. Да. Слушай, Дмитрий, неожиданно так Навального, получается, пытаются так слить. Как-то очень-очень резко. Даже вот внезапно. Вспомни, когда Немцова убили, это тоже было очень внезапно. Отчасти согласен. Хотя я не очень сильно ситуацией тогда интересовался. Это было довольно давно, так скажем. Кстати, вчера было 2000 дней, по-моему, со дня убийства Немцова. То ли вчера, то ли позавчера. Что-то сильно давно. Я тогда еще студентом, я полагаю, был. Мне это, в принципе, было, видимо, по барабану совсем. То есть Немцова я вообще не переживал как-то. Немцова убили и убили, как бы. Кто такой Немцов, я еще тогда особо даже и не представлял себе в те времена. Сейчас Навальным, в принципе, да. Но Навальный же потише вроде стал в последнее время. В том смысле, Нет. Навальный стал погромче. Ага. Просто, возможно, он из твоего инфополя выпал как-то. Может быть. Но он громкий был и много делал. И он очень активно освещал и белорусские протесты, и все происходящее сейчас. И понятно, что было очень много шумихи, когда были поправки в Конституцию.
и все вот это вот создало информационный фон, в котором Навального было очень много. И я думаю, что опыт Беларуси в этом плане значителен опыт Беларуси значителен в том плане, что видно, как протест никуда не делся, но стал гораздо менее опасен для режима, когда у протеста не осталось лидера. И вот сложить дважды два с отравлением Навального здесь можно. Я не хочу играть в конспирологию, но есть такой старый принцип: ищи, кому выгодно. Так, а могло с ним случиться что-то естественное, вот так скажем? Как врачи? Ты говоришь, с врачами консультируешься. Могло ли это быть чем-то естественным, вызванным реальными какими-то болезнями? Скажем так, вот. Все вокруг этого указывает на то, что это не что-то естественное, потому что если бы это было что-то естественное, было бы нечего прятать. Если бы это было что-то естественное, то, скорее всего, об этом бы знал его лечащий врач. Потому что у него есть лечащий врач, который следит за его здоровьем. Он здоровый мужик, молодой, ему там 42 или 43 года. Ну, слушай, как... 42-43 года можно чем угодно болеть даже. И... Ну, 42 года это молодой человек. И этот человек здоровый еще в большинстве случаев. Симптомы очень-очень нетипичные для естественного поведения. Резко, да, наверное, слишком резко. Если бы у него была гипогликемия, да, и у него просто упал сахар, это решается еще в карете скорой помощи, это не доезжая до больницы, решается тест на глюкозу, глюкозу внутривенно, все, встал, пошел. Это не то, для чего надо консилиум врачей собирать. То есть, либо это какой-то аномальный неизвестный науке случай, такое бывает, вот тут базара нет, такое бывает, либо там просто заметают следы, и это проверить очень просто. Что будет в истории болезни, когда ее все-таки покажут. Они должны будут ее однажды показать, вообще обязаны показывать историю болезни по требованию пациента. Этим правилом редко пользуются, потому что обычно пациент ничего не понимает в том, что там написано. Но доступ к истории болезни у него быть обязан по закону. Соответственно, когда дадут доступ к истории болезни, станет ясно, что там было. Потому что если там нет результатов анализов, то есть человек в коме, а вы у него не взяли анализы за это время, тогда его точно траванули и заметали следы. Если там есть результаты анализов, то понятно, что все зададутся вопросом, а насколько они настоящие. Потому что за это время можно было взять и подделать абсолютно все, что угодно, к сожалению. И не получится провести независимую экспертизу, в чем суть вообще того, что они делают. Не получится провести никакую независимую экспертизу, потому что в организме уже ничего не останется. Вот в этом говно. То есть, скажем так, все вокруг ситуации, не сама ситуация, а все, что вокруг нее, указывает на то, что это не рядовой случай, это не просто падение сахара. Вот мне пишет человек, у него сахар упал. Сахар упал – это симптом, это не болезнь. Сахар упал – это следствие, а вопрос в причинах. И если бы у него просто упал сахар, если бы у него диабет был, это решается в карете скорой помощи, не доезжая до больницы. Об этом было бы, скорее всего, известно, что он диабет. И об этом бы сказали публично, да, и все. Вместо этого государственные СМИ кормят нас фейками о том, что он паленой водкой отравился, потом, значит, что у него сахар упал. Перебор, да. Но надо понимать просто, когда ты работаешь оппозиционным политиком в России, ты должен быть готов стать самым законопослушным человеком в этой стране, потому что вот один раз ты на красный свет улицу перейдешь, и все. Это во всех газетах на следующее утро, потому что, ну, понятно, что мало за кем так следят, как за Навальным. И в этом плане, да. Навальный повторил судьбу Немцова, спрашивают, нет, нет. Немцова убили показательно, расстреляв в людном месте. Навального подло, крысу потравили, причем, как Невзоров хорошо сказал, надеюсь, по славной русской традиции, большую часть дорогостоящего яда исполнители оставили себе и пропили. Это не повторение судьбы Немцова. Я надеюсь, что Навальный выживет, и вот знакомые врачи мои говорят, что раз его не отдают, значит, скорее всего, думают, что он выживет, потому что держать на руках потенциальный труп может только с пистолетом у виска, потому что если он там умрет, человек, который за него отвечает, и, собственно, возможно, даже на уровне Навального и главврач больницы, они просто сядут. Ну, то есть, если у вас образовался труп, у вас образовалась нешуточная возможность присесть, чисто с точки зрения правоприменительной практики. Вот, это главное, что есть сейчас про Навального. Если появляются новости, пишите, пожалуйста, об этом в чате. Напоминаю, что ссылка на донат находится в описании. Посмотрим, приносят ли донаты совместные стримы. Поменьше. Александр говорит, что у него совместные стримы донатов приносят гораздо меньше, чем сольные стримы, где он один. Да. Давайте проверим, как у нас на стриме с этим обстоит. И давайте вы все-таки поддержите эту идею, потому что иначе просто совместных стримов не будет. А у меня есть уже договоренность с парой интересных гостей, и хотелось бы их отменять.
У него может быть сахарный диабет, так, чтобы он об этом не знал, нет. Ну, трудновато. Может внезапно появиться, конечно, так, но он может быть, не слышал, но вряд ли. Опять-таки. Он проверяется, скорее всего, ну, Навальный. Если бы у него начался сахарный диабет, это бы уже было установлено. Ну, да, тем более, да. Всем привет, привет, Совушки, здравствуйте, Дима Александр, здравствуйте. Уже обсудили Навального, что-нибудь новое известно. Последнее, что известно, это то, что согласовали его транспортировку в Германию, но было сказано, что это будет не раньше, чем через 7 часов. От диабета так не орут, от боли, вот пишет девушка-медсестра в чате. А, да, так он орал от боли еще, получается. Я просто вообще не в курсе, какие там материалы. Есть видео из самолета, где он орет, а потом теряет сознание. Да, действительно, Свет права, диабетик поведение нетипичное. Так. Ну, собственно, Навальный. Понятно. Может ли смерть Навального спровоцировать протесты, как в Беларуси? Как в Беларуси нет, потому что протесты в Беларуси были завязаны на выборы и на то, что людей конкретно обманули и прокатили с выборами. Спровоцировать протесты это может, но это будет просто не как в Беларуси, это будет по-другому. Смерть Немцова не спровоцировала, но тогда, надо признать, режим был гораздо популярнее, чем сейчас. У режима очень сильно упала популярность, и сейчас, скажем так, если Навальный умрет, протесты будут. Будут ли они настолько массовые, будут ли они настолько успешные, это второй вопрос. Но протесты будут, я вам обещаю. Ярмыш, так, это я видел. Держим из Беларуси руки за вашего лидера оппозиции. Спасибо большое, ребята, из Беларуси. Слышал про Огила и Керамбита? Нет, не слышал, потом посмотрю, если что-то прям интересное было. Так, что у тебя в чате происходит? Есть ли у тебя что-нибудь интересное? Ну, интересного там, в принципе, ничего особого нет. Там стандартные, в общем-то, сообщения, в принципе. Ребята поздоровались, всем привет. Пишут, поясни ему за философию, поясни, может быть, в процессе. Пока давайте основные вещи обсудим. И движемся дальше. Ну, там шутки про Навального просто идут. Ну, я такое читать не буду, видимо. Не очень будет, да. Ты сам что думаешь про эту всю историю? Да, мне, в принципе, трудно судить. Я про нее только сегодня на стриме как раз узнал. Вот недавно стримил, видосы смотрел, и мне говорят, что с Навальным случилось. Ну, довольно неожиданно, честно скажу, довольно неожиданно. Ну, на мой взгляд, с какой-то стороны сливать Навального даже довольно поспешно с точки зрения, не знаю, современной власти уже сейчас. Навальный, в принципе, я не знаю, просто он у меня никогда не ассоциировался с серьезным каким-то политиком. Просто я не знаю, по-моему, он не претендует в итоге на победу. Нигде. Он вроде бы и сам по себе, с одной стороны, он не как Жириновский какой-нибудь и прочие замечательные персонажи из правительства. А с другой стороны, как-то, ну, у него есть своя публика, но она не очень большая в каком-то даже значении. Ну, не такая большая, какая хотелось бы, чтобы противостоять власти. Ну, то есть, я не вижу смысла. Наоборот, это может как раз вызвать какие-то протесты и популяризовать идеи, противоположные путинской власти и так далее. Сильно-сильно, резко, неожиданно, я не знаю. Перебор, по-моему. Но... Вот чисто популярно, ну это просто нелогично. Хотя, с другой стороны, наша власть нелогично поступала много раз, так что тут всякое может быть. Чисто вот по мотивам, я не знаю. Спрашивают в чате, может ли человек сейчас, можно ли от отравления вообще орать? Можно, погуглите, кто такой Карамурза и как с ним это обстояло.